Я веду свой репортаж с набережной Оби города Новосибирска. Сегодня 11 августа, извините, состоялось грандиозное событие. Вот вы видите, собрались наши новосибирские либералы митинговать по поводу отделения Сибири, возврата Крыма, ну и других навальновских и косяновских предложений. Вот, чтобы никто не сомневался, вот это вот город Новосибирск. Мост через реку Обь. Река Обь. Вот. Заявлен был этот митинг, конечно, очень мощно. В размере аж 150 человек. Вот где-то сейчас время 18:50. Вот, где-то около часа они уже собираются. Не знаю уж, как потом осветить центральная либеральная пресса, наверное, скажет, что здесь присутствовало человек 1000. Ну, я насчитал в центре, вон там, группа активистов стоит в центре под флагами, человек 25. Спинами стоят любопытствующие, человек 10. Ну, добавим их к этому сборищу, пускай. Очень много милиции. Вот. Ну, это понятно. Во избежание эксцессов. Ну, вот здесь вот человек 15-20 тоже стоит. Насколько я понимаю, любопытствующие. Ну, народ еще подходит. Посмотрим, когда они начнут митинг. Видимо, это уже будет сигнал к тому, что больше никого не будет. Вот. И там на набережной группируются антимайдановцы, которые тут проводят спокойную акцию присутствия. Значит, вон там подъехали ночные волки, человек 10 ребят. Ну и остальные так издалека поглядывают. Никто близко не подходит, чтобы не создавать видимость присутствия на этом Майдане. Ладно, я сейчас пока еще подожду. И посмотрю, сколько их будет, когда они начнут митинговать. Так, время, повторяю, сейчас скажу. Сейчас 18:51. Насколько я знаю, митинг они заявили на 18 или на 18:30, что-то так. Ну, посмотрим. Вот. Главное, чтобы зафиксировать, сколько их здесь будет присутствовать. Потому что местная пресса полностью пронизана либералами. Она будет делать изумительные фотографии. Ну, а мы потом посмотрим. Продолжаем съемки. Время 19:00. Там начинается какое-то шевеление. Вроде кого-то слушают. Ну и человек на скидку 50, от силы 60. Сейчас в центре находится. Подошли. Видимо, на 19 все-таки было назначено. 18 флагов я насчитал. Ну, такая картина. Это митинг тех, кто хочет отделения Сибири. Хочет свержения свержения власти, хочет российского Майдана. Повторяю, по технологиям, которые принесли сюда в Новосибирск командующие
общероссийским протестам Касьянов и Навальный. Ну и еще неделю назад был господин Митрохин. Вот. Ну, может быть, человек 70. 100 нету. Я прикинул по количеству группок. Вот. Спинами стоят. Понятно, что люди, которые не подходят к этому действию. Полиция охраняет покой и сон нашего протестного электората. Ну вот, примерно так. Вот, вся группа вот здесь вот собралась. Вот она, вся группа. Посмотрим, какие фотографии выложат центральные либеральные СМИ, когда будут отчитываться перед государственным департаментом за проделанную работу. Ну, пока отключаюсь и еще включу, когда какой-нибудь митинг или что-то произойдет. Повторяю, время сейчас 19:05. Вот вся группа здесь. Люди, которые вот здесь подходят, они подходят с той задачей, чтобы не создать для них картинку видимости присутствия. Ну и на берегу, повторяю, группируются те, кто создает присутствие несогласия. Вот подтянулись военно-патриотические клубы. Там за деревьями новосибирские ночные волки. Потом я их покажу поближе. Ну ладно, заканчиваем съемки. Время 19:10. И там внутри что-то происходит. Вот. Отдать надо должное. Человек 120, скорее всего. Вот в этой группе есть. Вот. Ну, пытался я оценить это таким поверхностным подсчетом. Ну, человек 120-130. Примерно так. Я думаю, вряд ли уже больше тут что-то соберется. Вот. Вот такой митинг, которым пугает всю страну, что в Новосибирске очень мощная структура по отделению Сибири от России. Вот. Вот такая структура. Вот так Новосибирск прославился, как один из центров либерального протеста. Ну, еще скажу, что на этот митинг было очень много постов... А, вон там развернули, по-моему, флаг Украины. Нет? А, нет, нет, показалось. Поставили очень много... Значит, говорили, что это будет супер сборище, которое потрясет всю Сибирь. Я потрясен.
Время 19 часов 12 минут. Пойду посмотрю, что делается на этом Майдане. Здесь, повторяю, народ несколько не согласен, да, с тем, что Новосибирск прославляет как город Майдана. Народ нормальный. Без всякого объявления митинга. Просто кучкуются. Здравствуйте. Ну, такие сейчас заканчиваю съемки. Там что-то много народу.